Ладно, упади. Ой, чего? Зачем упади? Упади, ну ты чего не упала, Лан? Ну-ка не догонять меня. Ну-ка, пожалуйста. Их ставить уже. Слышь ты, офигела. Йо, давненько мы не догоняли лидера вот в такой вот штуке. А уже не догнать? А, догнать. Это игра, в которой лидер просто куда-то убегает, а мы идем по его... А, вот прям сейчас? А мы идем по его следам и пытаемся не упасть... Такое своеобразное обе для тех, кто... Ой. Уже? А как так быстро? Кто-то пришел? А, кажется, лидера останавливают в какой-то момент. Да. Блин. Но мы не успеем, он далеко уже. Да, там уже 4х. Еще 20 секунд. А мы только-только выехали. Ладно, ладно, в следующий раз полюбас будет лучше. Да. На самом-то деле игра не такая простая, как кажется. Здесь можно купить очень много всяких прикольчиков. Ой. Всякие вот такие вот вращатели, какие-нибудь... Что? Нависающие фермы. Что еще? Обруч. Круговая дорожка. Так, а кстати, кто там у нас? А кто? Кто сейчас будет лидером? Не знаю, лидером? Кажется, еще непонятно. Можно, пожалуйста, вот не я, потому что я не умею играть в эту игру. Спасибо. Спасибо. Ой, давай, лидер. Вот. Беги. Беги, лидер, беги, упрыгивай. Женщина. Улепетывай. Там написано. Ой, ладно, да, действительно, как раз-таки такой ник у человека, вот, да, Лана правильно подметила. Да, ребят, игра не такая... Не такая простая, как кажется, потому что, вот видели, Лана сейчас упала, хотя падать, казалось бы, ну вот... Я смеюсь! Да я понял уже. Вот видите, вот тут, как будто бы, ну вот видите, я не знаю, это не моя ошибка, это шарик. Шарик, если что, убил меня. Коварный. Капец. Женщина победит меня сейчас. Возможно. Ай, ой, но ай, у нас ай. Будет да еще как? Время. А как? Я очень долго возрождаюсь. Да, у нас же будет время еще. О, Лана ошиблась. Ошиблась, конечно. Лану женщина победила. Еще нет, но скоро победит. Ну вот теперь ее заморозили. Так, а около так, нее ну, есть у меня кто-нибудь? Есть, я вот я бегу. Ульян, я могу давай. Не доходить, если я вообще дойду. Обожаю. Просто Дискорд режет там. И просто обрезалось все нафиг. Но я была так близка. Это кошмар. Я не знаю, но эти сферы. Это рофл какой-то. Да тут не только сферы, тут иногда вот эти. Меня квадрат вообще скинул. Вон она пошла уже обратно. Куда ты, женщина, куда? Ей можно разве? Она не должна ходить. Захотела, что? В плане, ее же должны были заморозить. Закапываешься только сильнее. С каждым словом только сильнее. Делаешь хуже просто. Ну такие правила в игре, да! Это не важно. Не, вы видели? Не сфера, такой. Сфера это бред. О, ее другая сфера, женщина догоняет. Ребят, смотрите. О! Она коснулась. Я не вижу, где они. Обалдеть, вон где они там были. Уже все. Да я потерял уже их. Все, да. Режим множитель, что это значит? Это какой-то новый режим, деньги. Получается. Давно мы не заходили уже в эту игру, кстати говоря. Да. Ага. Только не я, каждый только не раз, я. Каждый раз, когда я желтенькая, ай. Мне это так не нравится. О. Да сколько там еще? Что? Опять она? Или это другая? Нет, другая. Это... Тут, да. Тут много женщин. Это та, которая победила, как. Ник просто одинаковый. Фу, разный. Не ник, скин. А, скин одинаковый, ну, да. Почти, волосы, я бы сказала, потому что женщина вот в черном. А, да? Ну, кто ее просил так себя называть? Ну, да. Вон у меня написано «Кошка Лана». Если будете говорить «Кошка Лана», ничего я против не имею. А у меня написано «Женщина». Согласна. Очевидно же. Так, пока все просто. Главное, что нет сфер. Сферы вонючие абсолютно. Невозможно просто. Мне еще не нравятся вот эти полосочки, когда они как-то наверх, и ты на них иногда забираешься, как по лестнице, и потом тебе... А что я сделал? Да, а что ты сделал? Ага, да-да-да. Ты умер? Да-да-да. Да-да-да-да-да. А как? Вот тут, конечно. Ладно. И я тоже упала. А почему? Все. Как же... Поняла, Ульян, почему или нет? Нет, я там прошла, я пробел не нажал. О боже, что со мной? Почти дошла, блин. О боже, что со мной? Ошибка за ошибкой, слушайте. Я упала там, где не нужно было падать. Вообще, как позорник, блин, вообще, что это такое? Ребят, как будто давно уже... О, минуточка, вот тут бы допрыгнуть, но никак не допрыгнуть. Я пыталась, но... Ребят, тут ошибку совершает человек.
Да ладно, пожалуйста. Она пожалуйста. Идет в другую сторону, да, так оно. Она сделала, сократила путь. Ой-ой-ой. Так. Это нам надо, 8 секунд мы не успеем. Да нет, успеем. Подожди, так она же идет только. Ты успела? Нет, мы успеем, подожди. Потому что... А как у попасть? У нас еще есть время? Да вот у нас куча времени. Так, Лана уже поймала, ну, собственно есть. Говоря, я тоже. Все, легко. Угу. Ой, Ульяна, ты не успеешь. Unlucky. Да. Ничего страшного. Ребят, какой-то новый мод получается. Там что-то написано, что лидер там становится лидером. О! А как, подождите, а я что должен делать? Ну, не знаю. Ты... А какая кнопка, подождите? А кнопка. Е повысить. Может быть, Е, нет? Не получается на Е. На Е вот не выходит. Мне тоже в прошлый раз что? Не выходило. А что? А что, в чем прикол? А, по очереди? Что? Это как работает? А кто выиграет? А у меня Е и Ку не работали, я пытался, у меня не работало ничего. Угу. Кстати, у Лены, по-моему, была уже такая проблема, насколько да. я помню. Поэтому я и не хочу быть, хотела сказать, искателем. Ну, в общем, главным. Лидером. Да. Че, Ульяна, ну давай я. Давай. Подожди, а почему? Ну, пожалуйста, ну, в чем прикол? Да посмотрите, ну. Догнать лидера. А у тебя получилось первый раз, нет? О. Я не... О, ладно, короче. Давай, ой. А что... А, ладно. Все, я не понимаю, как работает этот режим. Официальное заявление. Ноль понимания. 100% осуждение. Нет, тут скорее просто нужно понять, как строить. О. Как построили, блин. Не знаю, что сделала. Ай. А как это? Да что ж такое-то? У тебя деньги сыпятся. Да? Это я... Блин, я упала. Я позволяю вам разбогатеть. А все? Кажется, это все. Да. А, то есть тут нет проигравшего и победителя? Да я шел! Так, а это у нас получается обычный режим уже? Ну, вроде да. Написано было классический. Все, погнали тогда. Ой, а вот так можно? О, можно. Хе-хе. А я монетку забрала. Ой, а что это она тут? Опа! Опа! Хитро. Спасибо. Ну все, я прям наступаю на хвост. Она сейчас может меня как-то скинуть. Ну не нужно так говорить. Сейчас как упадешь. Ну, ты, кстати, на меня похожа. Просто в конце такой оп. Но я наступаю тебе на хвост. Прыгнула, блин, так, что не сразу прогрузилась эта штукенция. И я чуть не умер нафиг. О, штучку свою поставила, видали? Ага. О. Еще одна, ага. Я поняла, еще знаете, почему у нас не получается быть лидерами, ну, так хорошо строить путь? Потому что мы не очень прокачанные, у нас не очень много денег. Вообще не прокачанные, абсолютно. И ловушки, как вообще их ставить? Их же ага. Слышь ты, офигела. В смысле, ну так. Вообще, читак тупо. Не, ну это крутая, вон да. Тупо читак. Все спокойно, вот так вот берешь и прыгаешь. Ой, нет, я не умею, ну не получилось. А ты внезапно ну как? Поставил эту ловушку, ну неплохо. Да поставил. Я ничего а не как делал. Ты ее сделал? Ну, ты, видимо, на нее прыгнула, она сама по она себе? Тут существовала. Да как? Ну, ку, ну е, капец, сколько ку. Людей там. А попробуй на пробел там дважды, я, кажется, нажимала не на shift, я не знаю, там на control какие-нибудь. А ты попробуй зажать и держать на эти ку и е, нет? Пробую. В процессе пути. Идешь и зажимаешь, не нет? особо помогает. А если как-нибудь левой кнопкой мыши или правой там как-нибудь? Не. Как играть в эту игру? Слушай, ну я не могу! Ну это а чё шутка? А, тут вернулся, ты же сейчас себе... Да я просто уже хожу тут, понимаешь? Смысла нет, у меня не работают Q и E, я не понимаю, в чем смысл. А может ну, быть, вот, я жму. Q и E нужно, может быть, как-то посмотреть куда-то? Я, короче, не знаю все. Так, ладно. Я не знаю почему, но у меня почему-то все сломалось. Раньше такого не было, а сейчас вот эта фиговина. Я вообще ничего не смог сделать. Смотрите, ну это просто какая-то линия. Это адекватно ну, вообще, да. по-вашему, или нет? Что я то? Ну, тут все новички, если честно. Ну да. Так что... Ну вот и Ульяна пришла. Ладно, ты успеешь. Отлично. Че-то мявкнулось напоследок, блин. Так, пожалуйста, не давайте мне больше лидера вообще никогда в жизни. Вообще. Блин, у меня 27%. Ну, конечно. Попробуй, Q, E. У тебя получается? А, нет. А, что-то получается. Слышь, да выходит у тебя, делай, Ульян, давай. Давай, у тебя получится. А, слушай, тут, наверное, знаешь что? Тут
Может быть, не, у меня получилось сначала, и потом все. Прыжок. Оп, оп. А почему оп, не получается? Оп. Да не знаю, у меня тоже не получалось ничего. Что, вышло? Выходит? А, получается как-то... Все, беги. Вот так, может быть. Блин, я не знаю, как там у тебя может быть, но давай, побеждай, да, делай. Вы же не видите, что у меня здесь происходит. Вообще нет. О, смотрите. Ой. Чуть не ошибся. Спиной идёшь, какая-то светяшечная штучка. Ульяна, уходи. Я пытаюсь вас поймать. Я хотела подняться на эту штуку, не получается. Ульяна, пока у тебя не выходит, давай. Старайся. Да я вижу. Старайся, давай. Выходит. Ой, все, пока. А, да, нужно удерживать, там написано. Да я удерживал. Я жал. Да он тоже не работает, через раз работает. Слушай, а что если зависит? Ну, конечно, конечно. Ой, что? А что, если зависит от раскладки? Я сейчас смотрю, я на... Думаешь? Не на английской, да. Я тоже не на английской. Ха! Ха! А ну-ка. Надо проверить. Тогда не знаю. А как мы проверим? Блин, ну да, никак. Ну это странно, конечно. Так, ну что, ребят, следующий раунд, это... А, я думал, что это глазами лидера, но нет, это просто прошлый раунд. Ну, прикольно, что такую штучку завезли, и реально повторяют там как-то предыдущий раунд. Так, и тут у нас лидер снова довольно начинающий, да, судя по всему? Хотя ну тут да. Уже пошли всякие квадратики. Не знаю, по крайней мере, вот прыгает он здесь. Ага. Ну, вверх-вниз вроде не дубасится, да? Ну да. Значит, достаточно начинающий. Но, мне кажется, нет шансов все-таки у лидера. Да это пробел! Просто в эту же секунду Ульяна такая, просто голубь. Боже мой, бедолага. Так близка была, так близка была. Ладно, я уже не хочу идти, если честно. Ладно, упади. Ой, чего? Зачем упади? Ну ты чего не упала? Ну зачем мне падать? Я тут зарабатываю вообще. Ты проверяешь, работает ли все, что ты говоришь, все слова. Прихожу в кофейню, дай мне кофе, пожалуйста. Мне дают кофе, я думаю, так подожди, ну работает, вроде все хорошо. Ушел, не заплатив. Крутой. Я этого не говорил, я сказал, что я говорю, дай кофе, мне дают кофе. Ну, как бы... Хорошо, поняла. Поймана. То есть, получается, на ошибке. Ну, как бы поймана на ошибке, Ульян. Так, ну у меня шанс 36%. Так, ну теперь пора кошке Лане, да. Можно я договорю фразу хотя бы одну? И? Так. Да ты издеваешься? Попробуй раскладку. А вдруг получится? Иди давай. Делай обе. Давай. О, прикол. О, прикол. О, работает? Ты куда-то наверх пошел? Это, мне кажется, работает с какой-то дилей, в общем. То есть не всегда можно использовать это. Блин, слушай, ну посмотри, ну неплохо. Коварный. Там прям падает. Да что ж пробил, у меня не работает, а елки-палки. Такие, да, у меня есть тут немножечко коварство присутствует. Ребят, заработало, ребятушки, есть. Ну вот, отлично. То есть действительно раскладка? Да нет, я ничего не менял. А, реально? Да. Слушай, тут все падают, кстати говоря. Да, вы что? Я точно. Ну-ка не догонять меня. Ну-ка, пожалуйста, если... Что это тут? Так, вот этот, пожалуйста. Кто это включился? Оп. Демонюга. Демонюга. Да. Ай-яй! Есть кто? Да, 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 да. Да, дядюшка, да, из Джеки Чана, да, я. Плохой день, плохой день, плохой день. Плохой день, это я, да. Ульян, ты там сейчас умрешь, кстати, почти. Слушайте, нормально вышло, да? Я умру. Пойдет, вышло. Надо было докупить, на самом-то деле, у меня вроде бы денежек достаточно, 557. Так вот, можно было докупить что-то. Ульян, не делай глупости, Ульян. Да глупости конечно. Это плохо. Глупости да, делать не нужно. Ульян, опа. Вот тут надо нажать на красную штучку. Не на меня. Ульян, не надо. Ладно, Ульян, ты сильнее меня. Я это признаю. Я признаю тебя победителем всего раунда. И на сегодня, думаю, будем заканчивать. Хотя! Не хотите на моё посмотреть? Я хочу. Я шанс хочу. Какой-нибудь. Получается. А вы уверены, что Лана будет? Но, если ты не будешь сейчас лидером, то я инстантли выхожу, понятно? Давай, сделай, так сказать, красиво. Ну, я-то стараюсь, но примени у меня шанс почему-то везучесть. Падает.
29% уже было 36%. Это по какому принципу, интересно? С какой стати? Ну-ка. А? Ну давай. Куе, 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 давай. Ух ты, чуть-чуть выдумал. Что выдумала? Что выдумала кошка Лана? Ничего себе. А как это у тебя? Ну, ты покупала за деньги эти препятствия, или они у тебя так получились? Ух ты! Ух ты! Прыжок! У меня просто у нас вышло. Да, мне просто не получалось как-то подниматься туда, куда нужно. Ух. А там, да, там не в ту сторону, но ничего. Я понял уже. Уже ясно. У тебя есть время еще. Да ты успеешь. Боже ж мой, все идет не так, ну все идет не так, ну сейчас. Да пробел! Боже. Это просто демон по меню. Вырывается, да. Блин, как будто бы пора уже менять клавиатурку, не думаешь? Да, да нет, это, наверное, нужно просто скилл менять мой. Не говори так. Пальцы новые купить, я не знаю. Не говори так. Это неправда. Да, у меня иногда просто засыпает большой палец. Вот, это еще один демон. Что я тут наделала вообще? Ну, неплохо получается, я хочу сказать. Минутку. Блин! Нет, ладно. Ты не в ту сторону пошел, Леш. А, да? А. Ой, подожди, это я не пошла. Я не пошла. Я пошла не в ту сторону. А, так вот же. Нет, девочка, нет! Блин. Опа! Опа! Кто это? Вот если бы я там не упала так близко, никто бы в жизни не прошел. Зрители, спасите меня! Никогда! Посмотри! Вот видишь, моя ошибка была в том, что я вот там рухнула. Кто-нибудь спасет ее? Вот там рухнула я. Я рухнула. Никто ее не спасет, она не выживет. Ого, Ульяна даже идет. Опа! Ой, это был Ульяна, подождите, Ульяна, давай, делай! Нет, я отсюда не успею. Да, это пробел. Да ну его выкинуть! Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, Ульян. Моя ошибка, но, в принципе, получилось неплохо. Хорошо, что хотя бы к концу видео у нас все отлагало. Так что сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока. Пока.